Всем дорогие друзья, через несколько часов наступает новый 2023 год. Чем нам запомнится уходящий 2022 год? В начале года, 22 февраля, руководители наших стран Азербайджана и России подписали Московскую декларацию о союзническом взаимодействии, которые подняли наши отношения, отношения Азербайджана и России на более высокий уровень. Через два дня после подписания декларации началась специальная военная операция на Украине. С первого дня наша организация вместе с предпринимателями помогали так военным, как и местным жителям, беженцам. Вместе с коллегами отправили в течение всех этого периода более 200 тонн гуманитарного груза. А после того, как была объявлена частичная мобилизация, еще помогали по всей Московской области мобилизационным центрам. В апреле месяце, как руководитель самой крупной азербайджанской организации России, был приглашен на 5-й съезд азербайджанцев мира, который проходил в культурной столице Азербайджана, в городе Шуша. Какие чувства мы испытывали, находясь в Шуше, это словами не передать. Поэтому я желаю, чтобы каждый азербайджанец, независимо от того, где они проживают, побывали в Шуше и своими глазами видели, какие крупномасштабные строительные работы ведутся там. Благодаря выделенным субсидиям правительства Московской области мы провели в трех городах Подмосковья юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева. В ноябре месяце в Российском университете «Дружбы народов» открылась аудитория азербайджанской литературы имени Низами Гянджави. И эта работа будет продолжена в 2023 году в других высших учебных заведениях. В декабре месяце у нас состоялась очередная отчетно-выборная конференция, где мои коллеги выбирали меня еще на 4 года председателем правления. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю команду Иринкомо за поддержку, за доверие и вообще за все. И считаю, что в 2022 году мы работали отлично. Дорогие друзья, несмотря на определенные сложности, мы смотрим с оптимизмом будущее. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, благополучия и достаток в каждый дом. Aziz həmvətənlər, sizi qarşıdan gələn Yeni İl Bayramı və Dünya Azərbaycanlarının Həmrəlik Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Biz təkcə 31 dekabr ərəfəsində deyil, həmişə həmrəy olmalıyıq. Əlbəttə, düşüncələrimiz, fikirlərimiz fərqli ola bilər. Ancaq milli məsələlərdə həmişə bir bərabər olmalıyıq. Bunu 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsində göstərdi ki, biz bir olanda çox güclü oluruq. Bir daha bayramlarınızı ürəkdən təbrik edir. Sizə sağlamlıq, xoş günlər arzulayıram. Bayramınız mübarək.